Совсем скоро на балаковских открытых спортивных стадионах начнутся занятия. После реконструкции в рамках программы «Балаково спортивные» некоторые из них превратились в современные объекты. Например, стадион «Энергия» стал легкоатлетическим, и подобных ему теперь нет во всей области. Но не все понимают, что такие объекты необходимо беречь. К примеру, некоторые балаковцы возмущаются, что стадион «Энергию» огородили забором, и войти на него теперь можно только через центральный вход. Стадион легкоатлетический. Ходить с палками, ездить на лыжах с палками нельзя, для того, чтобы не повредить рекартановое покрытие. На велосипедах нельзя кататься во избежание повреждений. И почему мы ждем схода снега естественного? Потому что, ну, чтобы избежать механических повреждений, чтобы не пошел грибок, чтобы рекартановое покрытие служило долго. Поэтому мы дожидаемся именно естественного схода снега. Но буквально еще 10 дней, ну, 2 недели снег весь сойдет, и мы будем рады видеть всех желающих заниматься легкой атлетикой любителей, ходьбы, бега на нашем стадионе. Рекартан, по-моему, будет чисто красиво. Любой желающий может прийти заниматься абсолютно бесплатно. Двери наши всегда будут открыты. С 6 утра и до 9 вечера. Единственное будет требование – это чистая спортивная обувь. Будем рады видеть вас. Приходите, уважаемые жители.